знаєш, іноді дійсно статисти справжні люди, неймовірні, як і наш ранковий гість. Доброго Дмитро Талпа, нас завітався. Без повода, можна дівчинкам подарувати? Та, без проблем, ви так видите. Сегодня у нас праздник, как и обещали. Дмитро Талпа, можно рассказать много. Присаживайся, да. Удобно, чтобы было и на ваше счастье, вся в радости, цветок получила. Дим, рассказывай об акции. Что, как, к чему? Мы увидели уже, и зрители увидели фотографии, фото, видеоотчет. Николаевцы уже... радуются и делятся своими впечатлениями, как их приятно получать цветы. Я теперь в числе этих же николаевцев. У меня в Фейсбуке очень много девушек, знакомых, которые написали... как же они написали? Интересный молодой человек подарил цветы. И такие букетики, хэштег. Ну, сразу, вроде бы не знали, кто и что. Что к чему акция все-таки? Акция посвящена хорошему настроению. Я считаю, что необходимо дарить женщинам праздник. Хоть периодически дарить цветы без повода. Я требую, чтобы наши мужчины дарили цветы без повода. Мне понравился комментарий. Дима, ты в курсе, что тебя будут ненавидеть все мужчины Николаева? Ребята, с утра позвонил мой близкий друг и говорит... Что ты делаешь? Нет, на самом деле очень интересная акция, потому что многим поднял настроение. Самое главное, что раздача была не там не на Советской, как всегда, где-то, либо на Соборной, как кто ее называет, да, сейчас, а прямо и в троллейбусах, и вот, в маршрутках. Кстати, по поводу места раздачи цветов, хотелось бы знать, почему именно троллейбусы и маршрутки? Ребят, вы знаете, я дарил, наша команда вчера дарила цветы людям, которые не получали по 10 лет цветы. И одна бабушка подошла и говорит: сыночка, мне 10 лет никто не дарил цветы. Вот на самом деле, да, это достаточно интересно. Почему? Потому что как-то в связи с вот этими проблемами экономичными многие вообще об этом забывают. Самое главное, что-то основное, а о цветах как-то-то и забыли. Ну вот так. Учись, Виктор Викторович. Ты видишь, вот летят уже... Прости, приходи к нам. Буду теперь знать, куда приходить, тем более, что сегодня мы также с вашим Фарисом будем общаться совсем скоро на зимнюю тему, как что называется. По поводу акции, будет ли продолжаться еще? Все зависит от нашего настроения. Конечно, будет. Обещаю. Знаешь, мы с Инной списывались вчера же, говорили, что придет Дима. Инна говорит: так, только надо будет спросить, где следующие места, где надо будет Диму поджидать. Порекомендуйте, как вы думаете? Куда Совдесы, ЖЭКи, банки, везде, где бабушки ждут. Я думаю, что бабушки — это люди, которые действительно ждут цветов. От молодой девушки по-любому кто-то подарит цветы. А вот женщины старшего возраста, вот, как ты и сказал... Это она просто, понимаешь, получила цветок и уже не надо девушкам. А сама тут сидит вот и тает. Всем нужны цветы без исключения. Все девушки, я думаю, всем приятно. Поэтому, Дима, тебе спасибо большое, респект, конечно, спасибо, за такую акцию. От меня огромное спасибо. Так,